И команда выступает в следующем составе. Дан свисток, и так пошла игра. Я представлю быстренько составы. Василий Луценко. Ой, Василий, как же? Смотрите, эх, чуть не поборолся. Ошибся сейчас вратарь на выходе. Да, ну, кнет. Смотрите, там в суматохе едва мяч не залетел. Ворота, дубля Тюмени, ворота сдвинул. И Сигма, которая в этом году просто выглядит выше всяких похвал. Команда Сигма, Норзникеля, свою атаку запускают. На Леухина, на Леухина, 1-1, удар! И мяч на Лисково Никеля. Как же быстро разыграли! Ну что такое? На секунду выключились тюменцы, едва не получили второй мяч в свои ворота. Галь обыграл, прострел, еще удар, вновь Абдурзаков. Выручает наш голкипер. Получается. Дрябин, удар, Пашок завладел мячом. И нарушение, конечно, конечно. Это нарушение. И здесь возник... Так, спокойно. Я попрошу быть спокойно, конечно же, не надо. Здесь небольшое недоразумение. Эмоции молодых игроков закипели. Сейчас арбитр покажет желтые карточки. Росенко. Удар. Такой, знаете, срикошетил, такой парашютиком начал мяч. Возвращаемся на паркет. Тюмени. Тюмень уступает 0-1. Абдразаков вышел вперед. Удар. Выносит с ленточки сейчас. Мяч 70 метров. Соколов выполняет. И не забивает Александр этот мяч. Первая минута, отметим себе. Ну, передача должна быть. Луценко бьет. В руку попадает мяч. Нет, ну была рука, тут, конечно, тут как бы... Подошел к мячу Василий Луценко, разбегается, удар и гол! 1-1 Василий Луценко. Ну, Кудряшов стал гадать, сместился влево от себя. Перевод на противоположный фланг, удар Абдуразаков на высоте, да! Я, наверное, думаю, что вы тоже слышите. Абдуразаков заслуживает аплодисментов в этом моменте. Вот. И мяч в воротах. А здесь травму получил Сильчин. Летит, порхает. Ой-ой-ой, вы посмотрите. Чудом не забил, и может получиться контратака. Быстрее. Угловой 10 минут отыграли команды. Во втором тайме Ткаченко. Луценко едва-едва сейчас не огорчил. Абдуразаков. Передачу. Ну бить надо, ну бить! И Вася Луценко. Забытый всеми Вася Луценко на... Удар и гол! Какая же быстрая, хорошая атака сейчас была в исполнении. Флангу. Прострел. И еще, смотрите, выручает, конечно же, сейчас Денисенко. И здесь уже Валерий Козлов. Мяч летел в ворота. Абдуразаков был отыгран. И переправляет мяч на угловой. Тут небольшая дуба для того, чтобы готовить игроков. Ой-ой-ой, посмотрите, Абдуразаков что творит? Что творит Абдуразаков? Каким-то чудом